Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня хочу вам предоставить обзор советского среднего танка от фирмы MiniArt Т-44. Чем примечательный данный танк? Тем, что это как бы переходной средний танк уже к современным танкам СССР. Во Второй мировой войне он поучаствовать не успел, хотя уже был создан, был секретной боевой машиной и применялся в качестве машины для обучения танкистов. Как бы в Т-44 еще можно читать 34-ку, а уже в Т-44М там уже более современные баки, да и много изменений. Уже катки будут как у Т-54. Довольно-таки интересная модель. Сейчас откроем коробочку. Я уже предварительно распаковал все с целлофановых литников, чтобы не тратить время. И как видите, битком набитая коробка литниками. Очень много литников. Примерно 67 штук. Такая красочная, хорошая инструкция в виде журнала. Набор насчитывает 768 деталей, из них 659 пластиковых деталей, 94 фототравленных и 15 с прозрачного пластика. Декаль имеется на 10 вариантов окраски. И в данной модели еще рабочие торсионы, рабочая подвеска. Рассмотрим сначала инструкцию. Красочная, хорошая инструкция. Палитра красок предоставлена фирмой Amomig. Здесь краткая тактика, техническая характеристика машины. Конечно, эта модель у фирмы MiniArt получилась изумительной. И если еще смотреть, как бы Т-44 единственная модель на данный момент на рынке. Больше до этого никто ее не производил в пластике. Здесь мы видим количество литников. Да, теперь после такой модели будет тяжело кому-то угнаться за MiniArt'ом, потому что в этой модели воплощено все и все современные технологии. Как видите, хорошо проработанный двигатель. Полностью изображен внутренний интерьер. По инструкции видно, что будут устанавливаться торсионы, и они будут рабочими. Также дана рабочая гусеничная лента. Видите, наверное, по инструкции, сколько деталей, насколько будет интересна сборка данного набора. Вообще 44-ка, конечно, красивый танк. Варианты окраски, варианты декалей, нанесения декалей. И даже для любителей Панцерваффе 46 есть как бы два варианта окраски в трофейный вариант. Ну, теперь рассмотрим литники. Сейчас я разложу на столе.
Сначала начнем с маленьких ледников, а потом с больших. Разложил и подготовил ледники. Вот такое количество маленьких, небольших ледников в модели. Многие повторяются. Некоторых ледников по 10 штук, некоторых по 5. Сначала начнем с траков. Так выполнены траки. Даже видны мелкие номера на каждом траке. Очень хорошо сделано. Ну и покажу сразу ледник со второй частью траков и с катками. Катки очень хорошо сделаны, хорошее литье, прорисовка на пластике. Так вот выполнены снаряды. Особо незаметный шов от стыка пресс-форм, который очень легко уберется. Никакого облоя на модели. Утяжен вообще не обнаружил ни на одной из деталей. Пластик очень приятный в руках. Многие спрашивают про ломкость пластика. Вот хочу ответить, что пластик очень хороший, хорошо обрабатывается и не ломкий. Может быть, раньше когда-то и встречалось это в моделях мини-арт, но я слышал, что мини-арт поменяли поставщика пластика. Сейчас используют новый полистирол очень хорошего качества. Ну, что и видно на самом литье, на самих моделях. Хорошо все сделано. Как видите, очень много деталей. Как выполнен огнетушитель. Когда я взял ту коробку первый раз в руки, я был очень впечатлен. В пакете вы видите торсионы. Видно, какой трос. Сейчас достану, покажу. Я не хотел доставать все с этого пакета. Но тросы заслуживают отдельного внимания. Очень хорошо все отлито. Ну, кто будет собирать из коробочную модель, можно оставить даже и этот трос, потому что он очень хорошо выполнен. Ну, надо немного будет подумать, как его согнуть, чтобы он более лег. Ну, в принципе, пластик мягкий, гнется очень хорошо. Ну, здесь дополнительные баки на ледниках. Малые ледники вам показал. Ну, буквально через секунду приступим к обзору крупных ледников. Разложил большие ледники. Они чуть помещаются в экран. Начнем рассматривать дно танка.
Нижняя ванна корпуса сделана раздельно. Как видите, все очень хорошо сделано. Вот все болты, все клепочки, углубления. Так, выполнена башня. Хорошо читается структура брони. Складка очень хорошо выполнена. И все это выпускает украинская фирма. Очень хорошая конкуренция и очень приятно, что фирма с соседней страны выпускает очень хорошие и достойные модели. Говорил про двигатель. Все очень хорошо сделано. Очень должна получиться интересная сборка, интересная модель. Кто любит собирать с внутренним салоном, кто любит собирать с внутренним интерьером, может собрать танк с интерьером, а кто не любит, может интерьер оставить для диорам, а танк быстренько собрать и поставить на полочку. Но не порекомендовал бы модель для начинающих моделистов. Потому что все-таки при таком количестве деталей модель будет довольно-таки сложной в сборке. Надо хорошо все обрабатывать, все зачищать. А это займет немало времени. Конечно, интересная модель. Также в набор входит плата фототравления. Рассмотрим его под таким углом, чтобы нас не слепил.
не слепило освещение. Хорошее травление, не толстое, хорошо гнется. Решетки хорошо очень сделаны. Ну, и два прозрачных литника с декалью. Не хочу распаковывать, чтобы не поцарапалось. Пока лежит в пакетике. Но и так очень хорошо видно, что декаль красочная. Никаких смещений нету. Поэтому. Ну и что хочется сказать в завершении данного обзора, друзья. Оценку даю модели 5 с плюсом из 5 баллов. 5 с плюсом за литье. 5 с плюсом за исполнение самого набора. За комплектность данного набора. В целом очень хороший, сильный, качественный набор. Спасибо, друзья, за просмотры. Спасибо за комментарии к моим видео. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Спасибо вам всем, друзья. Всех благ вам и вашим близким. До встречи в следующих видео.